Всем добрый день, с вами Лия Сапашева. Смотрите, я сейчас вам покажу, как провести заказ в Америке. Заходите в любой браузер, прям в любой. Также заходите в FOHO Plus. FOHO Plus. Все, зашли. Наш обычный FOHO Plus. Заходите в логин. Выбираете пользователя вашего в Америке. Ну вот он у меня уже стоит с паролем. Потом выбираете флаг Америки. И филиал. У них единственный филиал. Там не промахнешься. Вот открылось. Проверяем. Да, мой партнер. Угу. Теперь, значит, набираем товар. Я прям провожу уже готовый заказ, который меня попросила провести мой партнер. Угу. 6 кардицепсов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все также попадает в эту корзину. Три бальзама. Сичемфутри. Санцы на 6. Кальция 3. Гасса на 2. Розы 3. Чай Лювей 3. Линжи 6. Теперь мы заходим в корзину, моя корзина, и смотрим. Проверяем кальций и проверяем количество. Если вдруг не то количество, вы можете прибавить. Вы смотрите, можете прибавить, отнять, вот смотрите, или удалить, если вы не ту позицию взяли. Если, допустим, вот вы проверили, у вас чего-то нет, нужно добрать, просто можно входить. Если, допустим, вы берете продукцию, будет какая-то акция, да, 1+1 тоже в Америке так бывает, то мы опять заходим вот в раздел, тот, который у нас называется «Хит недели». Еще раз сичемфу у нас 3, проверяем. Феникса 6, линджи 6, чай 3, гаасен 2, розочки 3, санцин 6, энергетический бальзам 3. Теперь выбираем все. И следующее действие. Здесь есть возможность пополнить бизнес-место, а есть сделать активность. Сейчас промоушен до первой недели декабря, когда FOHO доллары равны FIPE баллы. Это доступно всем FNDO партнером. Вот у нас, у меня партнер является FNDO партнером. У нее Plus X. Так,
Опять смотрите. Тут, видите, в оплате стоит только одна. Оплачивает сам. Здесь у нас идет, еще раз, смотрите, вот мы обычно выбираем самовывоз, да, в Америке мы выбираем вот эту позицию. Почему? Потому что у них доставка в Америке идет по Америке экспресс-доставкой. Специальные службы, допустим, неделя проходит, сначала следующей недели руководитель филиала формирует доставку и отправляет. Значит, я, видите, тут данные. Я специально заношу, у меня вот есть такая таблица экселевская, где я специально сохраняю данные. Ну, чтобы каждый раз мне не печатать. Так, я подумаю, как мне это сделать, чтобы мне одной рукой снимать, а одной... Ай! А одной это все... выделять. Копирую, имя вставляю. Так, вставляю имя. Угу. Вставляю ее телефон. Сейчас. Регион, тут берем прочерк. Видели? Регион, прочерк. Теперь адрес. Адрес тоже. Адрес, учтите, даже если это на территории другой страны, вы все равно адрес указываете только тот, который есть по Америке. Допустим, если это другая близлежащая страна, вы указываете исключительно адрес Америки. Если вы, ну, указываете другую страну, вас попросят переделать на Америку. Ну, то есть доставка идет по Америке. Сразу скажу, что если сумма меньше 500 долларов, то доставка у вас будет... безоплатная. Если у вас сумма больше 500 долларов, то у вас оплата безоплатная, а если меньше, то 20 долларов вы доплачиваете. Так, видите, здесь только один вариант оплаты. Значит, смотрите, как по оплате. Если этот у этого человека есть PayPal, то оплата идет через PayPal и там 3% берется дополнительно от всей суммы. То есть это сумма заказа плюс доставка, и вот от всей суммы 3%. Смотрите, видите, по Америке очень много разных представительств. Вы можете выбрать любое представительство, с которым вы хотите работать. Там 0,2. Вот USN-27 – это представительство бриллианта 7 карат из Казахстана Нурсулу Абдуловой. USN-22 – это представительство Юлии Золотаевой из Саратова. Я сама саратовская, поэтому я всегда работаю больше с Юлей. Вот. Вы можете прям выбрать любого представителя. Ну, как... Смотрите. Здесь идет комментарий, да, ниже? В комментариях вы можете включить подарки. Если вы не включите подарки, вашему партнеру подарки не направятся. Вот за этим четко следите. Вот почему. Потому что партнеров много, а представительство одно в Америке, и поэтому они направляют, исходя из той информации, которую мы вносим в свой заказ. Но на этой неделе подарков нет, а когда есть подарки, мы обязательно включаем. Значит, что нужно сюда включить?
Сюда нужно включить обязательно электронную почту. Электронную почту, вот смотрите, двух людей. Электронную почту вашего американского партнера, чтобы она получила инвойс. Ну, что такое инвойс, вы знаете, да? Это счет на оплату. Если у вас внутренняя есть карточка банка по Америке, вы можете сказать, какая у вас карточка, и директор филиала Илона выставит вам счет на эту карточку, вы можете оплатить беспроцентно, то есть ваш партнер может оплатить беспроцентно. Вот. Ну и также вот next, ведь next. Теперь сейчас мы делаем на самое нижнее место, на F-ку, те баллы, которые идут. Сейчас идет промоушен, сколько FOHO долларов, столько и баллов у FNDO партнеров. Это касается всех, в том числе и американских партнеров. Ой, не туда поставила, не на Ешку, а на F-ку надо. Вот смотрите, у нее 656 PV, но FOHO долларов у нее 877. Сейчас я ставлю ей столько, сколько система выдает. По итогам недели у нее придет 877 PV. Сейчас придет 877 FOHO долларов, в оплату идет. Увидели, да? Так. Почему я делаю активность? Потому что, смотрите, 656 PV, это все классно, но 877 PV это еще круче, потому что это практически больше двух заказов. Вот. И плюс те заказы, которые у нее уже есть, то есть накопительно придет 2-3 заказа точно. Так, next. Да? Следующий. Еще раз проверяем по количеству, по сумме. Я всегда себе записываю 877 FOHO долларов, 656 PV. Сейчас я вам покажу, как будет строиться расчет, если это будет. Оплачено PayPal, видите, вот это попало в состав неоплаченных. Вот сейчас пока она не оплачена. Как только оплата пройдет, она будет статус иметь оплаченный и пойдет начисление заказов, ну то есть расчетов. Если, допустим, вам нужно удалить этот заказ, заходите неоплаченный, и этот заказ можете увидеть. И видите, можете так удалить и заново составить новый заказ. Также подтвердить, но мы уже его удалять не будем. Сейчас я вам покажу. Ну вот, и все, и спокойно выходим. Все, теперь, сейчас я вам покажу, как строится вот оплата. Видите, я специально оставляю подарки, потому что, ну, чтобы не забывать, что надо прописывать подарки. Вот на этой неделе в Америке в подарок идут FIPI балл, они начислятся, и потом мы также через систему PriceMall также спишем. Просто выберем то представительство, к которому относится наш американский партнер. Теперь расчет, да? Как я вам обещала, расчет. Сейчас по-английски. Расчет будет такой. Вот смотрите, у нас, значит, заказ, да? Заказ на 877 FOHO долларов мы умножаем на 1.2. Это будет стоимость в долларах. Причем 877 будет FOHO доллары. Умножаем на 1.2. Посчитайте, у меня просто телефоном запись идет и не могу уменьшить. А теперь доставка. Доставка. Еще раз скажу. Доставка, если до 500 долларов, значит доставка прибавляется 20 долларов. Доставка у нас получается больше 500 долларов, поэтому доставка у нас 0. 0 долларов.
Теперь у нас комиссия банка. Комиссия банка 3% платится, если это PayPal. Если это PayPal. И Total, и того. Всего. Всего считается все заказы вместе взятые. Ну, то есть заказ умножить на 1.2 будет в долларах. Потом доставка плюс комиссия банка. Комиссия банка считается вместе. Вот эта сумма умножается на 3%. И считается сколько всего. А так, сейчас я посчитаю вам и покажу. Теперь вот смотрите, я посчитала. Заказ 877 долларов умножаем на курс 1.2. Будет 1052,4 доллара. Доставка, так как у нас больше 50 долларов, тогда у нас получается доставка 0. Комиссия банка 3%, если PayPal 1052,4 плюс доставка, то есть если у вас будет доставка дальше 20 долларов, тогда прибавьте 20. И на всю эту сумму 3% комиссия PayPal будет 31,6 долларов. Как мы считаем всего? То есть сумма заказа плюс сумма комиссии банка, и это будет всего сумма к оплате. Эту сумму вы сообщаете директору представительства, в котором вы оформили заказ. Она направляет директору филиала информацию, на какую сумму вам выставлять инвойс. Этот инвойс приходит на счет тот, который мы указали в самой накладной, да, в заказе. Там у нас два адреса. Это самого партнеры и ваш. Я рекомендую вам тоже всегда получать этот счет, чтобы вы видели, что да, ваш партнер получил. Иногда так получается, что счета эти попадают, инвойсы попадают в спамы. Кто-то из вас все равно в любом случае этот счет получит. Я все время на контроле со своими партнерами и говорю, вот счет пришел, пожалуйста, оплатить. Когда они оплачивают, я получаю скрин этого счета, я сразу отправляю директору представительства и директору филиала, что все отплачено, пожалуйста, подтвердите заказ. И контролирую, чтобы заказ был подтвержден, чтобы прошли все заказы неделю в неделю. Вот. Ну и доставка идет тоже очень быстро, так как она экспрессом на следующей неделе. Вот. Если кто-то живет в Нью-Йорке, они могут подъехать и просто со склада забрать. А те, кто другие штаты, им доходит доставка. Вот. Что неважно, какая сумма, если... То есть доставка доходит очень-очень быстро. А Бэмы, Тимы, они приходят сразу с Китая. Вот, и они тоже приходят отдельно. Это мы сейчас провели продукцию. Когда будет возможность, новый партнер в Америке появится, я вам покажу, как регистрировать партнер в Америке. Все. Надеюсь, что мое видео было вам полезно. Регистрируйтесь, задавайте мне вопросы, оставляйте комментарии и говорите, что вам еще записать. С удовольствием это сделаю.